Голубой? На Троещине просто так залили. Ну реально больнее, да. Мы решили проверить, что можно сделать за 7 секунд. И помогут нам в этом наши гости. Каждому участнику будет задано 5 вопросов и предложено 5 действий, которые они должны успеть выполнить за 7 секунд. В противном случае их ждет страшное наказание. Всем привет! С вами Рыжий Соло ТВ, я Аня. Оля. И Тарас Цымбалюк. Да. Он в суперкопах играет. Да. Большого этого. Ну, того этого, да. Того самого, ну вы поняли. Большого, да. Нужно ломать. Без санкций, незаконное проникновение, да еще и... Ну, мы можем подождать санкции, он сиганет. Тогда нужно ломать. Нужно ломать, же говорю. Слушай, а тебе камера профессиональная вообще? Традиционно блок 7 секунд, и у нас есть для Тараса 5 вопросов и 5 действий. Если он правильно отвечает на вопрос или выполняет действие, он молодец, так же, как моя дикция. Вот, а если у него это не получается, то... То меня будут бить током, я уже знаю правила. То... Ой! Да как это замедленная реакция была. Нет, ты просто подержала, оно прям... Я сначала не понял, где мне херачит вообще, а теперь... Какое настоящее имя Леси Украинки? Мария Косач. Ты занос давал? Да. Как? Я не помню, это было давно. Это было в 2007 году. Очень плохо. Оля, бей. Лариса Петрівна Косач. Лариса Косач, я сказал... Не Мария. Точно. Лиля вообще ударила? Да, только что ударила. Поставьте ему повыше. Да куда ты, посмотри. Десяточка. Ну, смотри, ты же играл полицейского. Так. И у вас была какая-то униформа. Угу. Так вот, тебе за 7 секунд надо нарисовать значок полицейского. Поехали. Да. И... Оп! Ай, блин, ну зачем? Ну было что-то нарисовано. Это не значок полицейского. Не, ну ты не положил маркер. Это 7 секунд реально? 7 секунд прошло. Как они так быстро пролетают, эти 7 секунд? Ну вон там секундомер. Вы можете следить, если что, но это очень время тратит. 7 секунд, они же раз, ну два там. Короче, я понял, надо быстрее все делать. Раз, Миссисипи, два, Миссисипи. Распишись, пожалуйста, мы разыграем среди подписчиков это произведение искусства. Кому это надо вообще? А что значит буква Ш? Это не тебе хотел три зуб нарисовать красиво, быстро. Но вы там начали уже все, и я потерялся. Давай я распишусь. Все. Такое ощущение, что у буквы Ш выросли ноги, и она убегает куда-то подальше отсюда. Кто написал Полонез Огинского? Полонез Огинского написал Огинский. Да! Не повышаем до 15, все, я поняла. Назови три вида холодного оружия. Нож, меч и лук, арбалет. Что? Заточка. Все было три. Заточка. У нас еще была мысль, если бы мы успели купить заточку и батон, за 7 секунд попросить сделать действие. Очень-очень аккуратно заточку в батон. Да. Я думал, говорит, у нас была мысль, чтобы сзади тебя тоже ножом каким-то херачило вот так вот. Ну, мы не нашли, а эпицентр был закрыт, поэтому не получилось. А так, конечно, было бы забавно. А назови, пожалуйста, дату, то есть дата и год, когда в Украине появилась новая полиция? Я не знаю. Ну, попытка. Так, хотя бы... Блин, я не знаю реально, это дата. Ну, реально больнее, да. Это 2 июля 2015 года. Я так и думал, вот реально так и думал, 2 июля. Та-та-та-да-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. А кто тебе нравился больше всего из полицейской академии? Махони. Да? Это Мал Гайтавр. Нет, он сильно высокий для меня. А Хукс? Ну вот это та-та-та-та-та. Это не гритовская актриса. Ну она прикольная, я бы с ней дружила. Согласен. И то по пьяни только. Назови 5 районов Киева любых. Святошинский, Шевченковский, Троещина, Ты как-то реагирует. Я сдержался. Мне кажется, что тебя не ударило, и я могу по инерции еще раз Какой я не назвал район?
Оболонь. Соломенский. Точно. Ну, их, да, намного больше пяти, поэтому мы взяли Борща, пять. Ступняк. На Троещине просто так залип. Ну да. Троещина. И то это, по-моему, что не Троещина, а это Деснянский район. Какой буквой обозначают площадь? С. Черт. Мы думали, ты не такой умный. Ну ладно. Я судорожно смотрю на ее этот самый секундомер. А оно страшнее, когда смотришь и понимаешь, что 6, и вот сейчас оно будет. А так оно внезапно, и как-то оно, ну, можно пропетлять. А так вообще страшно, лучше не смотреть. Назови 8 планет Солнечной системы. Нептун, Плутон, Сатурн, Венера. Ну, это очень сложный вопрос. Ну, кстати, Плутон уже не в Солнечной системе. Его... перечислили куда-то в другое. Его понизили. Прикинь, так вот всю жизнь планетой была, теперь ему говорят, что ты астероид. Ну да, это, конечно, это как быть всю жизнь народным артистом, а потом всем говорят, чувак, ну мы так пересмотрели клан ювелиров, не очень, если честно. Да-да-да. Такое. А потом этот Плутон снимется в клипе у Киркорова. И такой. А, да, сразу. Какие три состояния воды ты знаешь? Ну как, какие? Жидкая вода, может быть, когда она... когда лед и когда пар. Но ты просто пар уже на 8 секунде сказал. Да, ну, в общем, правильно это называется жидкая, твердая и газовая. Да, я просто биология же давно была, или что там, или химия. Ты не биология, физика. Физика, видишь? Назови 3 оттенка синего цвета. 3 оттенка синего цвета. Индиго. Голубой. Есть. Фиолетовый. Нет, ну фиолетовый и голубой. А он же фиолетовый даже подожди, в радуге. Фиолетовый, даже в радуге отдельно идет. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал НЛО ТВ. Подписывайтесь на инстаграм Вики Варлей и Ярослава Геруса. Он завел его. Окей, вот рандомный комментарий из прошлого выпуска. Пишите комментарии, возможно, именно ваш комментарий попадет в следующий выпуск. Давайте погладим комментарии, я так люблю это потом. А он здесь, да, нарисуйте его здесь? Вот. Хороший комментарий, хороший. Это мейн-кун какой-то, комментарий мейн-кун. Необъятный какой-то, вот такой. Все, пока.